Всем привет, друзья! Меня зовут Костя, и это продолжение прохождения Джорни. Я несколько дней ничего не записывал, не было настроения. За это извиняюсь. Но, тем не менее, мы продолжаем. В предыдущем эпизоде мы попали в темное и страшное место. И теперь нам нужно выбираться отсюда. Игра все еще невероятно красивая. А, мне кажется, я там видел дружка. Если мне не показалось. Да, кто-то есть. А, мы находимся где-то под землей, что ли. Сложно сказать. Но, тем не менее, здесь достаточно неприятно. Ну как? По-своему уютно, но темно и несколько пугающе. Эй, привет! Стоит только вернуться в эту игру, как душа начинает радоваться. Воистину волшебное произведение искусства. Здесь ничего нет. Думал, может, что-нибудь спрятали, но нет. И мы куда-то пришли, судя по всему. Воу. Ничего себе. Выглядит так, будто это находится под водой. Что мы можем здесь сделать? Там ничего нет. Воу. А нам сюда и нужно было. Окей. А внизу что-нибудь есть? Должно что-нибудь быть. Давайте посмотрим. Нет, с этим ничего сделать нельзя, к сожалению. Нет, мне кажется, что здесь все-таки ничего нет, к сожалению. А странно. Можно было бы что-нибудь и припрятать, прямо скажем. Нет. Ну ладно. Что ж, в таком случае двигаемся дальше. А дальше мы идем вот сюда. Какая же красота. Хотя ничего не видно. Подождите-ка, а что там внизу?
как же здесь темно. Темно и мрачно. Но и здесь ничего нет. Хотя подождите-ка. Можно спуститься еще ниже. И еще ниже. Я, честно говоря, не помню этих мест. Мне кажется, когда я играл в эту игру впервые, я сюда не ходил. Я не вижу ничего. Ладно. Наверное, пора уходить отсюда и подниматься наверх. Так, подождите-ка, мне кажется, мы... Да. Нам нужно вот туда наверх, судя по всему. И вот так вот. Эй, привет, дружок. Здесь ничего. Что-то здесь происходит нехорошее, судя по звукам. Ой-ой-ой. Большое открытое пространство. Нехорошо. Спрячусь-ка я. А прятаться-то и некуда. Нехорошо, очень нехорошо. Они, по идее, нам не должны причинить вреда, поскольку в этой игре, как и в Абзу, нельзя умереть, нельзя проиграть. Но, тем не менее, мне бы не очень хотелось им попадаться, прямо скажем. Нам сюда? Боже, как же здесь темно, ничего не видно. Если вам ничего не видно, то это нормально. Мне тоже ничего не видно. Ой-ой-ой, сзади что-то страшное. Ой-ой-ой. Интересно, от него можно спрятаться или... Или как? Честно говоря, без понятия. Где он? Ладно, давайте просто пойдем. Нет, на эту штучку я забраться не могу. Серьезно, тут пройти нельзя? Угу.
спокойно. А, они сканируют местность своим светом, и стоит думать, что если попадешься на этот свет, будет бобо. А, но прятаться можно внутри вот этих... Тихо. Внутри этих развалин. Ладно, пойдем. Вся эта местность выглядит так, словно, опять же, когда-то она находилась на поверхности, но все было засыпано песком, поглощено землей. Так, кажись, прошли. Я знаю, что здесь нельзя проиграть и нельзя умереть, и все вот это вот, но все равно достаточно нервирующе. Спокойно. Спокойно. Ух, почти попались. Помедитируем снова. Большая мама. Вот и мы похожи. Ну что ж, очередной небольшой этап данного путешествия пройден. Интересно, мы кого-нибудь еще встретим здесь? Как в первых двух эпизодах. Получено достижение. Испытание. Ничего себе башенка. А нам надо наверх, да? Ну что ж. Ну-ка, а за что достижение дали? Пробраться в подземный проход, не порвав свой шарф. Забавно. Эй, дружок! Дружок-пирожок, это ты? Thank you.
Привет. Удлиняем наш шарфик. А нам нужно куда? Честно говоря, немножко запамятовал. А, ну да, нам вот туда нужно. Эй, дружок, как дела? Снова мурашки по коже. Невероятная игра. Настоящее чудо. Эй, дружок. Не, дружок упал. Ничего себе, это же настоящий кит. Еще одно улучшение шарфика, это мы берем. Какой у нас длинный шарфик уже, однако. Мне очень нравится, что эта игра интерактивна в любые моменты. То есть даже когда кажется, словно идет катсцена, ты можешь двигаться.
А вот и почти вершина. Почти. Она стала еще больше. Мы уже совсем-совсем близко. Осталось немного. Снег. Совсем близко. Был песок, стал снег. Что ж, на этом я предлагаю закончить данный эпизод. Мы потихоньку двигаемся вперед и вскоре достигнем своей конечной цели. Спасибо всем за просмотр. Продолжим в следующем эпизоде.